Хабаровском крае спасли 3-летнего мальчика, оказавшегося в тайге и пробывшего 3 часа на морозе. Он уехал из дома с отцом, мужчина высадил ребенка на берегу реки, а сам поехал по льду, где снегоход провалился в промоину. О всех подробностях этой истории в материале Анны Кольчук. По информации местных жителей, бывший глава кинайского сельского поселения в пятницу вечером из детского сада забрал своего 3-летнего ребенка и повез кататься на снегоходе. От населенного пункта они отъехали порядка 3 километров и свернули к реке. Как пояснили местные власти, мужчина, по всей видимости, не смог развернуться, ему пришлось спуститься на лед. В целях безопасности он оставил ребенка на берегу. Как позже рассказал сам мальчик, папа начал тонуть. Он крикнул ему по следам идти домой. Мальчик так и поступил. К счастью, когда он вышел на дорогу, по которой, к слову, лишь изредка проезжал от лесовоза, малыша заметил один из водителей. Он узнал ребенка и привез его домой к матери. Вышел на дорогу, там километр, не знаю, сколько прошел, там, час, может быть. Рабочий ехал в тайге и увидел его на дороге, подобрал и привез. Несмотря на то, что морозы в этом районе довольно сильные, днем минус 15, ночью около 30, мальчику не понадобилась медицинская помощь. Поэтому очевидцы приходят к выводу, что он недолго блуждал по лесу. Сейчас с мальчиком работают психологи и сотрудники ПДН. На месте ведутся поисковые работы. Спасатели обследуют русло реки, но она горная, и там довольно быстрое течение, потому водолазам невозможно спуститься вниз. На данный момент ни мужчина, ни снегоход не найдены. Анна Кольчук, Сергей Шульга, Вести, Хабаровск.